Так, а теперь у нас супер-мини-герой. CCK 10. Итак, телефон CCK 10. Ну вот, он меньше, чем стандартная пластиковая карта. Значит, ненавистники телевизоров могут радоваться. Здесь вместо антенны есть вполне приличный стилус. Так. Значит, корпус у него открывается следующим образом. Под батарейкой находятся две сим-карты и карты памяти. Так, самое любопытное для всех, наверное, а как на нем что-нибудь видно и можно ли на нем что-нибудь набрать? Выглядит все достаточно прилично. Значит, есть три рабочих стола. Ну вот, есть даже Java. Можно доустанавливать приложение. Так, попробуем набрать смс. Вот клавиатура. Ну, пишем еще что-нибудь. Получилось. Так, назад. Вызов телефонного звонка вполне можно осуществить пальцем. 8-913-944-63-11. Если вы позвоните по этому телефону, то вы сразу можете получить этот телефон в свои руки. Шутка. Так, значит, и, соответственно, вот две сим-карты. Звонок по первой, по второй. Так, это у нас, судя по всему, история вызовов для сим-1 и сим-2. Так, значит, главное меню у нас на английском языке. В силу того, что русские слова длинные, то никак разместить их текст, видимо, здесь уже было невозможно. Но когда вы заходите внутрь меню, то дальше русский язык очень хороший. Назад. Ну, вот такой вот симпатичный телефончик. А, и последнее. В комплекте с ним идет вот такой вот чехол. Это все.